вчера или даже сегодня, вчера, по-моему, был пост в ЖЖ, в моем основном, Голковский, в футболках, посвященных основным персонажам YouTube-канала. Ну, в частности, речь шла о Дим Димыче. У нас тут вот в кустах есть еще несколько примеров будущих маек, будущих картинок. Надеюсь, сейчас удастся на них посмотреть, если все получится. Вот это у нас, значит, Дим Димыч, как видите, с пельмешками и с напиточками вокруг, вот, с колбаской копчененькой и в тельняшечке. В тельняшечке. Вот, давайте дальше, пойдем дальше, у нас там еще кто-то есть. Вот, вот у нас Дим Димыч, надо было увеличить немножко, но это такой вариант уже не столько на футболку, сколько, наверное, на маечку, просто на маечку. Вот, в своей фирменной кепочке. Дальше давайте посмотрим еще что-нибудь. Да, вот у нас, значит, Бонифаций. Бонифаций, обратите внимание, вокруг него описывает орбиту фляжечка знаменитая, которую он периодически прикладывается. Вот, и там сзади циркуль, внизу там, значит, это запон, все как полагается, все как полагается. Вот. Вот у нас, так сказать, еще один Бонифаций. Вон, обратите внимание, внизу вот там щупальца какие-то просматриваются, что как бы намекает на, может быть, даже внеземное происхождение этого нашего персонажа. На самом деле, не до конца раскрытого. Надеюсь, он скоро себя еще покажет во всей красе. Вот. О! Это у нас литература вет. Видите, в халатике. Вот, ну, мне кажется, тут у него вид немножко такой разбитной. Надо как-то посерьезнее, посерьезнее. Потому что литература вет, гуманитарий. Вот, надо, значит, это... Ну, Бонифаций впереди еще. Будет он Бонифаций, надеюсь. Он завершит свое отлынивание. Тут трубочка, видите, сахарок. Ну, что у нас? Вроде все, да? Ну, пока все, но, как вы понимаете, там будут и другие персонажи. Вот, мы сделаем много маек, и, соответственно, каждый может себе выбрать своего персонажа, который ему больше всего по душе, и ходить в майке. Мы сделаем майки, еще связанные с разными тирами, там, и так далее, и так далее.